Не прошло и суток, как портрет Месси тут как тут. Над ним четверо художников трудились и день, и ночь. Поставлена работа, поставлены сроки. Мы рисовали до 3 ночи, и в 5 мы вышли снова. То есть нам досталось 2 часа сна. Красок на одного из самых ярких футболистов современности не жалели, использовали все цвета. Изображение получилось площадью 60 квадратных метров, правда, чуть меньше, чем соседний портрет Криштиану Роналдо. Нарисованного новоселом Месси графический старожил Роналдо встречает тоже обновленным с новой надписью «Я забил 4 мяча, а ты сможешь повторить, Лео?» Увидеть это послание и свой портрет Месси сможет вот из этих окон гостиницы. Стимулом к взятию ворот соперников для аргентинского футболиста будет еще один казанский подарок пари. Вот 3 забьет, на мэрии сделаем граффити, я вам обещаю. Пусть 3 гола забьет. Станет ли Месси олицетворением казанской мэрии, станет известно уже завтра. В других же знаковых местах Казани могут появиться изображения еще знаменитых футболистов, например, Неймара. Все будет зависеть от того, кто приедет в столицу республики на четвертьфинал. Very, very, very like. Роналдо out. Дмитрий Арин, Амир Зальшев, ТНВ, Казань.